В рамках областной программы «Дороги Подмосковья» на портале «Добродел» 1 августа стартовало новое голосование. Каждый неравнодушный житель муниципалитета может выбрать одну из 24 дорог, которая, по его мнению, более всего нуждается в реконструкции. Речь идет именно о ремонтных работах, которые не предполагают там разработку проекта или капитального ремонта, то есть замену существующего покрытия на новое. Ну, с устройством замены бортового камня, в ряде случаев, возможно, устройство тротуаров, если они в настоящее время на данной дороге есть и требуют ремонта. При выборе дорог для участия в голосовании учитывались как обращения граждан, так и заключения специальной комиссии, сформированной администрацией. Уже по результатам первого дня голосования можно говорить о двух лидерах. На первом месте выезд из поселка Развилка на 23-й километр МКАД. За него отдано более 300 голосов. Данная дорога недавно находится в муниципальной собственности. Она была включена в реестр бесхозяйного имущества и в соответствии с действующим законодательством затем была включена в собственность муниципалитета. Ремонта на этом участке не было никогда, поэтому как бы жители активно вот просят включить именно этот участок. Второе место – улица Фруктовые сады, ведущей от Старонагорной к Булатниковскому кладбищу. Дорога муниципальная, но ремонта на ней тоже в ближайшие годы не было. Обеспечивает доступ к Булатниковскому кладбищу и к территории частного сектора жителей, которые там проживают. Поэтому считаем обоснованным включение данных дорог в план ремонта на 2020 год. Остальные дороги пока сильно уступают двум лидерам голосования. Но до конца августа еще может много измениться. Один из предложенных вариантов – Жуковский проезд. Ямы напротив домов 1 и 3 хорошо знакомы местным жителям. Тут довольно интенсивное движение, поэтому ситуация с каждым днем только ухудшается. Тут все время большая лужа, здесь много машин съезжается, разъезжается и проваливается. Скоро вот все это хозяйство, этот люк весь провалится, если вы не поможете нам его сделать. А давно вот такая вот ситуация? Ой, давно, давно, уже, наверное, на моей памяти лет 10. Подлатают чуть-чуть, потом оставляют. Подлатают и оставляют. И так оно все дальше и продолжается. Здесь предлагается не только обновить дорожное покрытие на самом проезде, но и отремонтировать граничащую с ним улицу Радужную. Еще один вариант – Олимпийская улица. Здесь явных ям нет. Видно, что их регулярно латают. Но дорогу ремонтировать надо, считают жители. Олимпийскую улицу нужно ремонтировать? Конечно, конечно. А она давно в таком состоянии? Не знаю, мы здесь год живем. Вот в таком состоянии. Варианты, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в план ремонта на 2020 год. По сложившейся практике, это пятерка лидеров. 95% средств на ремонт выделит Московская область. Голосование продлится до конца августа. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.